Всем привет, мы группа Electrolyze, вот мы все вот эти ребята. Собрали всех неординарных, извините за выражение, вообще всех психов со всей России, а там мы почувствовали себя нормальными. Нас могут сказать, вы под кого-то косите, а они такие типа наоборот, говорят, о, круто, кто сделал, как сделал, почему, как идея пришла. У нас вообще в Калининграде к рок-музыке относится достаточно, ну не знаю как, неоднозначно. Калининградская рок-сцена вот еще рядно так на самом деле живет в каменном веке, по большей своей части. И ко всему новому в основном относится довольно негативно. Один казан, да, все музыканты, все с друг другом общаются, все друг другу уже вот здесь вот сидят, потому что у нас новых групп не появляется. У нас просто составы вот так вот меняются, и название просто другое лепят. Местные группы принимают в своих городах хуже, потому что часто здесь выступаешь, твое лицо знают, знают, что за человек, ты не настолько интересен, ты не настолько свеж и нов, как поехали вот мы в другой город. Стать добрее! Приходите кайфовать, не знаю, даже не от самой какой-то группы, а от самой движухи, от людей, от общения, от заведения, от музыки в целом. Полюбите вообще творчество в принципе.